Сейчас мы приготовим ростбиф. Для ростбифа мы берем ту часть вырезки, которая имеет продолговатую форму. Округлая часть на конце вырезки называется голова и не является на самом деле вырезкой. Для приготовления она нам не подходит. Оставим ее для фарша или котлет. Существует несколько секретов приготовления сочного ростбифа. Мясо должно быть комнатной температуры. Его необходимо предварительно замариновать на 15 минут. Маринад самый простой. Лимонный сок, немного оливкового масла, черный перец и морская соль. Можно добавить чеснок, можно добавить любые ароматные травы. Они могут быть сушеными, могут быть свежими. Мы добавляем тимьян. Оставляем мясо при комнатной температуре на кухонном столе на 15-20 минут. Разогреем чугунную сковородку в течение 8 минут. Добавим каплю оливкового масла и приступим к обжарке ростбифа. По 2 минуты с каждой стороны обжариваем наш ростбиф. Располагаем обжаренный ростбиф на керамическую или стеклянную посуду для запекания. Оптимально готовить ростбиф при температуре 180-200 градусов в течение 10-12 минут. В зависимости от той прожарки, которая для вас подходит, время приготовления может быть увеличено. Я рекомендую оставлять мясо сочным со слегка розовой серединой. Такой способ приготовления безопасен и не влечет за собой проблем с пищеварением. Наш ростбиф готов. Приятного аппетита!